Приветствую вас, дорогие друзья. Этот ролик мы начнем с того, что вот эту симпатичную находку будем приводить в более такой классный вид, чтобы потом можно было носить. Давайте ее постираем. Надеюсь, что она станет намного чище и смоется, ну, небольшая пыль, которая на ней осталась. Поэтому сейчас идем в ванную. Друзья, пока кепка сушится, давайте прогуляемся и пособираем алюминиевые банки. Сейчас посленовогоднее время, но сегодня 2 января. Без китайской сумки никак не пойдет, поэтому ее взял. Сейчас лежит одна алюминиевая баночка. Я надеюсь, что будет намного больше. Будем сейчас набивать. У меня есть хорошие новости, так как, когда сейчас собирал алюминиевые банки, остановился на машине какой-то мужик и дал мне 500 тенге. Не зря сегодня вышел на свежий воздух. В общем, получил донат в таком виде. Но 500 тенге, это если переводить в другую валюту, будет около 1 доллара или 1 евро. Ну, неплохо так. Настроение повысилось. Будем продолжать сбор. Вот столько банок. Это еще пока они не примятые. Нужно будет замять. Но думаю, этим и займемся. Ребята, хотел бы показать вам транспорт одного собирателя вторсырья. Посмотрите, ну уже кое-что собрал. Тут много пластиковых бутылок, алюминиевые банки, всякие мешки, китайские сумки. Муж китайские сумки, он тоже собирает, ну, чтобы складировать туда вторсырье. Потому что, если занимаешься этим делом, то нужно много мешков и всякой тары. Вот. Ну, такой отличный результат. Кто-то за забором оставил 2 пакета. И они полные с алюминиевыми банками. Вот, посмотрите, целая куча. Это отличная находка. Ну, у нас банок будет еще больше. Вообще супер.
Еще один вынос за воротами. И я там вижу, по-моему, краник лежит. Вот, если вам видно. Сейчас постараюсь его вытащить. Это латунь. Ну, латунь довольно ценный сплав, который нужно забрать. Мне очень понравилась данная прогулка. Сейчас посмотрим, что смогли найти. Ну, это в первую очередь сантехника. Тут находятся такие вот латунные гайки. Конечно, я их пока не могу вытащить. Нужно будет все это пропиливать болгаркой, вытаскивать. Также есть и вот такая латунь с алюминием. Но это тоже нужно будет заняться. В общем, немножечко запаслись желтым металлом. По алюминиевым банкам получилось просто волшебно, потому что сегодня их удалось найти невероятное количество. Это за счет того, что вот был Новый год, и многие люди пили напитки, выбрасывали баночки. Ну вот пока нес все это дело, немножечко устали руки, значит вес тут хороший. Вот поэтому я сейчас достаю весы, будем все это смотреть и наслаждаться результатом. Китайская сумка на весах. Четыре килограмма 525 грамм. Ну еще сама сумка весит около 300 грамм, так что 4 килограмма 200. Запоминаем этот вес. Второй пакет ждет своей очереди. Здесь вес 1 килограмм 625 грамм. Прибавляем 4 килограмма 200 и получаем целых 5 килограмм 800 грамм. Но я думаю, вообще класс. Я сначала думал, что будет меньше. Вот так мы запаслись алюминиевыми банками нашу копилку. Это тоже результат нашей прогулки. Мне подарили 500 тенге. Ну и поздравили с Новым годом. Довольно так приятно. Неплохой бонус. Я даже знаю, куда потратить данные 500 тенге. Мы пополним проездной, так как еще нужно будет часто ездить. Все как раз, кстати. Друзья, так выглядит бейсболка после того, как я ее хорошенько выстирал. Ну, намного лучше, чем я думал. Я думал, что останется часть пыли. Кстати, я ее померил. Выглядит очень хорошо. Ну вот, когда будет тепло, можно будет одеть и носить. В общем, ждем лета, ну то есть весны. И потом все это дело испытаем. Надеюсь, вам данный ролик был интересен, потому что мы собрали довольно хорошее количество алюминиевых банок. Может быть, потом на днях еще выйдем, посмотрим. Ну и также были другие разные находки. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите новых роликов. Всем пока!